Вот многие спрашивают, что делать, если у вас на поле, получается, в открытом грунте есть трипс, такой вредитель. Конечно же, нужно срочно принимать меры, проводить химическую обработку. Ну, сейчас очень много препаратов, да, и Актары, и Энджо, и имидоклоперид на основе имидоклоперида и так далее, да, вертимек используют. Конечно, если они у вас действуют, эти препараты, то можно их применять. У нас уже во многих участках эти препараты не действуют, у вредителя появилась резистентность, поэтому нужно использовать что-то новое, такое как, например, Мавента Энерджи. Но в любом случае, сейчас наиболее эффективные от трипса препараты это на основе спиносада, такие как Спинтер 240 или Лазер, что-то такое. Поэтому, если гарантированно хотите избавиться от этого вредителя, то, конечно, применяйте такие новые инновационные эффективные препараты. И, конечно же, не забывайте, что есть определенные сроки выжидания, которые нужно соблюдать до сбора плодов. Не забывайте добавлять в растворы адъюванты, улучшители растворов, а также антистрессовые препараты, такие как натурамин, для того, чтобы снимать химический стресс, а также давать толчок для роста вашим растениям.